150 коек, 42 из которых реанимационные. В Хабизе начал работу новый ковид-госпиталь, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. С главным врачом Хабезской центральной районной больницы встретилась Фатима Даурова. Во время перепрофилирования больницы в ковид-госпиталь был проделан большой комплекс работ по подготовке резервуара для кислорода, по прокладке и разводке кислородных магистралей и точечному подведению О2 к определенным местам. На сегодняшний день развернуто 150 коек, из них 105 коек оснащены кислородными точками. Также у нас имеется газификатор большого объема, более 10 тонн, для того, чтобы беспрерывно подавать больным, которым необходим кислород. То есть все те требования, которые предъявляет приказ 198Н Минздрава Российской Федерации, на койках, инфекционных койках РГБУ с Хабезской ЦРБ полностью соблюдаются. Новый госпиталь оснастили всем необходимым медицинским оборудованием. Это инвазивные и неинвазивные аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентген-аппарат, ЭКГ, УЗИ, аппараты Боброва. Со дня на день в распоряжение коллектива ковид-госпиталя поступят дополнительные аппараты для искусственной вентиляции легких. Порядок поступления и оформления пациентов в госпиталь регламентирован Минздравом Карачаево-Черкесии. Госпитализация в инфекционные госпиталя не проводится. Госпитализация в инфекционные госпиталя проводится только после предварительного согласования с Министерством здравоохранения КЧР. Поэтому иногда возникают вопросы, связанные с тем, что больные, приезжая, считают, что их должны положить. Это не получится в связи с тем, что Министерство здравоохранения в зависимости от тяжести состояния больного, в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний и наличия соответствующих коек в разных госпиталях Карачаево-Черкесской республики принимает решение, куда госпитализировать больного. То ли это будет городская больница в городе Черкесске, то ли это будет Усть-Джигучинская больница, то ли это будет Хабезская ЦРБ. Персонал госпиталя укомплектован из числа сотрудников Хабезской центральной больницы. Есть все необходимые специалисты, готовые оказать профессиональную помощь больным, которые поступают с разных районов республики. На сегодняшний день в госпитале проходит лечение 36 пациентов. Фатима Дорова, Марина Кушпова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.